Дамы и господа, с 2018 года прошло довольно много времени, с тех пор я не заходил в эту игру. Кажется, с декабря. И вот я снова здесь! Привет, не спящие! Это кросс-код, который я так и не допрошел. Пожалуй, сегодня, в принципе, пора закончить эту игру тоже. Как и Earthbound, все тот же. И сразу небольшая новость. Спасибо 200-му подписчику с ником Moonwolf, кажется. Давайте похлопаем ему. Благодарим за 200-ю подписку. Молодец, так держать. Фух, ну, ладно. Прелюдии закончили, поехали играть. Ой, как я давно здесь не был, у меня наконец-то новый ЦП, и, скорее всего, можно даже будет с хорошим фипесом играть, а не как раньше, когда-то там. Единственная проблема в том, что надо будет вспомнить, как вообще, чего тут, как и во что это играется. Посмотрим. Мы искали невероятный опыт. Да, я тебя поздравляю с этим. Но наши попытки были тщетны. Препятствия были размещены. Они ограничивали наш потенциал. Настоящая свобода создавать была тем, что нам требовалось. Я вас поздравляю, по-моему, слишком громко орёт игра. Можно мне, пожалуйста, потише, потише? Во. Это нормально. Вжух. Ни черта вообще не помню. У меня есть Space, у меня есть Alt, отлично, QE не работает. У меня есть вот щит, вот на V удар есть. На SKM что-то тоже есть, кстати. А какая разница? Ладно. Босс, да? Я посмотрел предыдущую серию, я охренел немножко. Надо вспоминать, как с этим драться. Черт, вот сходу какие-то бои ухожу. Не, ну понятно, что это загрузка, ясное дело. Я 100 лет в эту игру не играл, так что не надо мне требовать чего-то, да? Ток! Один меньше. Так. Вспомнить бы еще, как лечиться. Ну да. Новый Assist Mode добавлен. Да, кстати, игра претерпела обновление. Там чего-то добавили, чего-то починили. Вроде стало лучше. Можно изменить природу челленджей, чтобы сделать игру менее проблематичной и сложной. Вроде как, но я не буду им париться, просто подерусь. Авось получится что-то пройти там. Как вообще все это работает? 1, 2, 3, 4, 5. 5 это что? 5 это ничто. А у меня ближний бой на В, да? Я люблю ближний бой. Ближний бой это круто. А можно мне вейв? О. Только драться неудобно. Да, драться очень неудобно. Ну-ну-ну-ну. Успокойся! Я смотрю, вейв им нравится. Не помню, чего у меня там забилка вейвовская. Но, видимо, что-то полезное очень. О, вот, этого я помню. Я потому что смотрел предыдущую собственную же серию. А что противодействует вейву? Ток? Шел вон. По-моему, его вообще насрать. Да, ему нужно насрать вообще на все, что я делаю. Видимо, не ток. Ладно. Попробуем победить чем-нибудь другим. Черт, как приятно вернуться в эту игру снова. Такой кайф. Давно в нее не играл, еще и с апгрейдами. Классно. Вейв! Вейвер!
Собаки. Сбили атаку. Отпустите меня. Слушай, они все здоровье сжирают. Кошмар. Дайте мне обилку мою классную. Перегрузка. Черт. Ну, бывает, что тут сказать. Да, искали вы опыт, я вас поздравляю с этим. Можно теперь я закончу, наконец, эту комнату сраную? 5 врагов надо победить. Давай ток. А чё? Давай ток. Как мне от этого защищаться? Использовать щит вовремя просто не получается иногда. Можно, конечно, по звуку ориентироваться, но... Что толку? Они пробивают щит в невероятных количествах. Ух, наверное, это было неприятно. Кстати, по-моему, музончик как-то тихо играет. Смотри, он пробивает все равно. Блюдок. Вот встанет мне. Чем бить вот этого? Потому что ему абсолютно насрать на то, что я делаю. Чем бы я ни занимался. Он вейверский. Скорее всего, его надо все-таки бить током. Вроде ток противостоял вейву. Вы же не ждали, что я пройду все сразу, да? Не, ну мало ли. Я могу уменьшить силу врагов, кстати. Но не буду. Во, нашел менюшку наконец-то. Квесты. Какие-то квесты завалялись. Прокачка. А можно что-нибудь прокачать? Ой. Это Defense Plus. Defense Plus мне не нужен. Насколько я помню, здесь можно идти только по одной ветке, да? Первый. Надрез. 2. За 2 CP. За 2 очка дают. Браулер тут есть. Странно, откуда у меня 7 CP? Накопилось что-то, я не помню. Я на что-то копил, что ли? Макс ХП. Я могу и макс ХП вкачать. Может, я копил на шутера какого-нибудь? Или на дефенс вообще? А чего тут в конце? Элементальная броня. Она пассивная? Резисты ко всем четырем элементам 14%. Дефенс плюс. Ну это... слушай, так это интересно. Эта хреновина дает мне дефенс дополнительный, то есть пассивный. 4, 6, 10%. Одно очко, 3. Плюс еще сверху 4. Ну, пассивный дефенс я возьму. Это приятно. Давайте и остальное прокачаем, раз очки есть. Это что, дефенс плюс тоже. Я дефенс здесь вообще не качал, да? Я вообще на него забил, походу. Wave Armor. Ну вот это тоже, кстати, интересно. Эта ветка-то отдельная. По-моему, здесь больше прокачки появилось. Потому что вроде столько не было. 2 очка или цены их изменили, или что-то сбросилось. По-моему, что-то сбросилось вообще. Я вроде не так качался. Ладно, фиг с ним. Это не разделитель, вот это разделитель. По 3 очка тут, у меня 5 целых есть. Есть Легион, есть Мьёльнир. Хаммер Тайм. Кидает огромный шар, который создает цепь из врагов. Потом пускает по ним молнию, класс. Призывает 3 сферы, которые спамят патронами, пулями. И потом происходит взрыв молнии. Jolt Rush. Увеличивает скорость зарядки. Этого. Крита. Появление крита на 25% и эффектов. Стан. Прикольно.
А мне бы чего-нибудь пассивного прокачать, вот было бы вообще зашибись. Но, видимо, нет. Wave Armor есть у нас тут за 3 очка. Макс ХП еще есть. И Глич. Это уже... Это ток. Вообще-то, да. Дай-ка мне Wave Armor тогда. Макс ХП. Вот я не уверен, брать не брать. Макс ХП здесь тоже. Я вот это вроде вообще все качал. Фокус, дефенс плюс. Это сколько? Одно очко. Одно очко. А это понижает урон на 4%, который я получаю только от тока или от чего-то еще. Давай возьмем. Вот этот дефенс тоже возьмем. Это ж не активная хрень. Вроде нет. Еще одно очко осталось. Это же дороговато. Вот, макс ХП. Отлично. Потом, вейв. Вейверские обилки. Вот вейв прокачан с дефенсом, я смотрю. Марк Раш. 4 очка стоит. Давай возьмем. Почему бы нет? Огонек. 5 очков тут осталось. Burn Protect. Давай. Еще одно очко можно куда-нибудь влить. 2, 2, 2. Вот, одно очко. Я по Crimson Strike пошел, да? Не по минам. Ну, Crimson Strike так Crimson Strike. Хотя, подожди. А тут что-то еще есть, да? Оно все дорогое. Не, давай тогда по Crimson Strike пойдем. Фокус плюс. И холодок остался. Так, холодок, холодок. Вот я вижу макс ХП. Защиты от холода. Это что, Indigo Rush? Может быть? Iron Stance. 6%. Иммун к стану от атак на 6% повышает, зависит от максимального ХП. Баланс замедляет перегрузку на 30%. Неплохо. Может быть, что-то здесь из этого прокачать? Вот тут есть какая-то холодная броня. Фокус плюс, это 4 очка. 6 очков будет стоить мне, дороговато. Но я ветку хотя бы качну. Что-нибудь за одно очко. За одно очко мне что-нибудь продадут здесь? Или вообще ничего? Два. Нет, вообще-то ничего не продают мне за одно очко. А ну и ладно. Ну и фиг с ним. Эквип. С чего у меня тут резисты по 10%? Варкипер, маска Тенгу. Одно скрыто. Что скрыто? Ладно, неважно. Подожди-ка. Эквип 51 уровня. Персонаж 56-го. Нормально. Обычное дело. У меня тут еще какая-то хрень. Резисты на 25% повышает. Баланс плюс 10%. Экспу вот это повышает хреновина. Скилл ботаники. Очень полезно. Но я, пожалуй, пас. Эх, можно мне сейф? Нельзя мне сейф? Ладно, подеремся. Вейв. Их просто 4. Очень неудобно. Не успеваю. Просто не успеваю. Кстати, управление, по-моему, поменяли. Когда пытаешься бить в ближнем бою, нажимаешь оборону какую-нибудь защиту, то почему-то кидает в ворота сразу. А-а-а! Да пошло оно! Перегрузка! Жесть! А можно мне лечение? Вот что это такое? Он меня догоняет вообще в любом месте. Крутись от него, не крутись. Разницы никакой. Ну вот что это? Я уворачивался, я был в середине у ворота. И он такой: а, да мне плевать, я тебя и так убью. Зашибись. Да, да, я помню, что ты там делал. Давай к делу переходить. Кстати, у меня прокачалось все?
Ну, конечно ж, нет. Прокачиваю все заново. Замечательно. Здесь надо реально очень аккуратно ходить. Потому что бесполезно вообще от них уворачиваться. Когда они бьют своими сплэшами какими-то опасными, огонь кидает вот что-то вроде этого. Во-во-во. Все равно догоняют. Хоть ты не уворачивайся, хоть уворачивайся. Бесполезно. Кошмар. Надо как-то в углу одного зажимать. Собаки! Так, одни меньше. А у меня каких-нибудь лечилок нету, интересно, в кармане. Не открывается инвентарь. В бою. В смысле? Они меня сбили суператаку? Сволочи. Перегрузка, разумеется. Еще одни меньше. Уйди. Что это такое? Как мне использовать, да? Как мне использовать какие-то лечилки в бою? Вообще возможно? Вот инвентарь, например. Консумаблы. Вот реген дает на 45 секунд. Мне нужно что-то, что лечит. Это не то. Как мне это использовать? А, вот, фаворитки. Хорошо. Как сюда добавить что-то? Подожди. QE. Через категории можно гулять. Это понятно. А, вот, нашел. А, так, мне нужно что-то, что лечит. 10 секунд. А, это что ж такое? А эта хрень, она просто что? Да не это я имел в виду. Вот повышает максимальное хп, походу, да? Что-нибудь, что лечит. Вот эта хрень, например. Вот эта хрень. Вот эта хрень. Вот эта хрень. Допустим просто, да? Отстань. Как-то так. А теперь, как их использовать? Они, конечно, в фаворитках, а как их использовать-то? По-моему, какое-то радиальное меню должно было быть. F, G. Ничего такого. Shift. А, во, Shift. Можно через Shift. Все, вспомнил. И никаких проблем. Отстаньте от меня! С небесконечным воротом это не очень весело. Что ж такое? Ненавижу эти атаки, эти пупыри, которые сплэшем тебя догоняют. Можно мне что-нибудь? Апориген, апориген. Статусмент, не то. Defense плюс. Что-нибудь, что лечит. Это макс хп добавляет. Макс хп. Вейв резистанс. Апориген, СП реген. Мусор. Браулер, понятно. Лечиться особо нечем, да? Ну давай хапориген, 80%. Это ж... Как от этого уворачиваться? Эта херня догоняет. Хоть ты тресни. Да. Еще я верлот словил. А.
Фу, вроде получилось. Кое-как. Нет, не вейв, вот это. Не надо на меня прыгать! Не надо на меня прыгать! Не надо на меня прыгать! Сволочь! Я же тебя вломлю! По крайней мере, тем, что у меня есть. По-моему, его нифига не толком надо бить. Ну, брони у него, по крайней мере, очень много. Он еще и вейверский. Он еще телепортируется. Иди в жопу. Иди в жопу. В смысле нет? Ау! В смысле четвертый прыжок? Откуда у тебя четвертый прыжок? Ты! Блюдок! Да он меня ловит! Кошмар. Как с ним сражаться? Против вейва, по-моему, все-таки только ток работает. Я могу, конечно, попробовать его и вейвом долбить, но, по-моему, это бесполезно. Да хватит! Так, одни меньше. Уже легче. А что ж такое? Они все равно меня догоняют. Это нечестно. Я их-то не догоняю, они меня запросто. Сейчас перегрузка отвалится. Ну вот опять. А у меня время сейчас. Да, вообще нифига не время. Опять, вот опять. Они такие быстрые. Такие быстрые. Кошмар. Пошли вы оба! Ау. К ним хрен подойдешь. Они ко мне запросто подходят, а вот к ним хрен подойдешь. И вот опять. Он опять в меня попадает. Хоть и даже и не целится. Дайте мне что-нибудь полечиться. Иди нахрен. Там перегрузка. Можно мне попробовать на тебе вейв, а? Только не четвертым. По-моему, это вообще бесполезно. Ау, он телепортируется. Сволочь. Дайте мне тогда шок. Отстань! У меня тоже есть заряд, между прочим. Брейк. Перегрузка. А хрен с ней. Набить. Не успел набить, а. Начинается. Не хватает. И опять брейк. Нет, только не убивай меня! Ё-моё, какая эта игра напряжённая! Нет! Сволочь! А! Какие нахрен телепорты? Ты оборзел? А! Нет. Сволочь! Я был так близко! Ну это кошмар. Это реально кошмар. Игра прям вынуждает меня вот... Вот получаемый дамаг я могу снизить. Я могу снизить...
частоту атак врагов и скорость пас. Ну это нереально, давай хотя бы до 90 там, да? Получаем и дамаг, ладно, вот 80 поставлю. Ну это несерьезно, вы же видели этот кошмар. Я попробую разок. Если будет сильно легче, я просто выключу. Верну обратно. Но они теперь хотя бы атакуют не так часто. Хотя все равно уворачиваться надо иногда. Да не, это не смешно. Не-не-не. Верните мне всю сотку. Так было веселее гораздо. Это я зря. А нет чего-нибудь, что восстанавливает здоровье сразу? Было бы очень полезно. 7 секунд. Не догнал. 2 секунды. Балансы, регены, во. Да, чтоб тебя. Какие ж ублюдочные враги здесь. Ау, ау. Нет, только не перегрузка. Не сейчас. Да что ж ты... Это динозавр такой. Не надо, не надо. Не убивай меня. Ток, ток. Нет, нет, нет. Иди в жопу. Тем, чем есть, зарядил в него. Я забыл, что он так делает. Вернее, я не забыл, что он так делает. Я просто подставился. Но я все равно пройду эту хрень когда-нибудь. Я вроде вернулся в сотку, они атакуют точно так же, как и раньше. Как будто они до сих пор на 80 работают. Очень странно. Можно мне лечение? Спасибо. Несмотря на то, что они элементальные, то есть один огненный, один морозный, почему-то они ловят урон от выева. Нифиговый такой. Ненавижу эту хрень. Так, теперь важно не сдохнуть. А еще надо не забывать про щит, который у меня есть. Иди к черту. Не может до меня добраться. Когда там... отвалится. В смысле? Вот это было внезапно. Я, значит, на увороте такой улетаю от него. А он телепортируется мне по ходу движения и рогом как врежет. Охренеть. Что я просто недокачан. Я, конечно, могу с ними разбираться, но... Ё-моё, ты посмотри, с какой проблемой это происходит. Плюс перегрузка уже. Не откатывающаяся. Можно мне... полечиться мне. Надо. Нет! 55 уровень у него, это вроде нормально. Не то! Сожрал не то! Смотри, они все равно меня догоняют.
Что за херня? Два. Сожрать. А, что лечит? Лечит. Вот. Лечимся. Хрен с ней, с перегрузкой. Двенадцать тысяч. Нет! Не-не-не-не-не! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Третья! Третьего заряда нет! Куда ты? Нет! Опять телепорты! Опять он за свое! Два! А! Слишком больно. Реген. 100. Третья есть. Фу. По-моему, есть какая-то мега-атака четвертая, аж там. Что такое? Что, все? Он побежден? Охренеть. Да ладно. Жесть. Так, а куда мне? Могу пойти туда. Я могу пойти сюда. О. А эту я помню. Это я проходил все. Так, мне тогда налево получается. Можно мне сохраниться? Не-не-не, сначала мы распределим очки. А потом я сохранюсь. Черт, это вообще так жестоко было. Кошмар. Много очков, нормально. Вейверские обилки. Защита от вейва увеличивается. А здесь что? Pain Grip. Блокирует атаку и регенерирует часть полученного урона. Исполняет ауру, которая толкает ближайших врагов несколько секунд. Прикольно. А вот Defense и Mark Rush есть. Давай Defense и Mark Rush. Ток. Defense плюс взять. Или дальше пойти Ember Strike, Thunder Dart. А, это, по-моему, обилки Дэша. Точно, это же через Дэш же еще можно воевать. Я вспомнил. Wave Armor. Давай Wave Armor возьмем. Пассивный Дефенс возьмем, если хватит. Макс ХП. Тоже неплохо. Огонечки еще кое-что осталось. Вот это я не качал, потому что это Гвард Арт. Из Гварда тоже как-то можно воевать. Макс ХП и Бёрн Раш. Давай. Макс ХП, Бёрн Раш. Еще одно очко остается. Куда его вложить? Все практически по два. Хрен что купишь. 4 очка. О! Холодок. Холодок. Iron Stance. Баланс. Indigo Rush. А это Dash тоже, да. Берсерк. А это что за... Это Гвард Арт. А нафига мне Гвард? Я Гвардом-то не пользуюсь. Chill Protect. Max HP и Chill Protect давай. Сгодится. Ну и одно очко фиг с ним. Вот. Сейф. В этот, да? Кошмар. А можно мне посмотреть, что тут за записи? Трофеи какие-то. Ладно. Снова бой. Как мне из Гварда драться? Точно. Что-то я... А как это все? А из Дэша как? Это мне надо Дэш прожать и пробел? Интересно. Ладно. Я надеюсь, это будут чертовы головоломки.
Что это? Что это такое? Странно. Да, это чертовы головоломки. Или подожди. Я решал эту головоломку. Я помню. Или не решал? Да нет, решал же. Я же здесь был, да, я решал эту головоломку. Чего я здесь делаю? Не, вообще тогда не сюда. И не туда. Чего? Куда мне? Наверх, что ли? Здрасте. А набить можно? Ну, конечно. Вот, вот куда мне надо. Вот эти штуки надо набивать, насколько я помню, чтобы получить щит временный, чтобы пробежать. Так, здрасте, а как ты? Ты же должен квадратиком как-то лететь. Ладно. Я тебя все равно пробью, ты ж в курсе, да? Сейчас я только найду цель получше. Так, тебя тут так запустить-то под углом. Может, так. Во! Почти. Нет, ну хорошо, хорошо. Хорошему вот отсюда можно попасть сюда очень просто. Вот таким вот углом. Но под таким углом встать порой проблема. С другой стороны, там вот какая-то хрень, которая работает немножко не так, как должна. А это что такое? Вейв вроде нужно использовать. Да. Все так просто. Так, и последнее. Здесь надо будет успеть набить вейв, да? Ага. Эти штуки, по-моему, отражают, их можно вертеть. А что они отражают? Отражают они что угодно. Но послать надо почему-то именно вейв. То есть вот эту штуку набиваешь и отправляешь. Но она всасывается. Ага, она всасывается. Ну-ка, повернись. А если мы будем... Пам-пам. Это, видимо, не будем. Хотя, с другой стороны, зачем, если есть ток? Правда, он тоже отражается ведь. Я просто пытаюсь вникнуть, что именно здесь нужно отразить и куда. Чтобы выключить вон то поле. А, видимо, надо попасть. Или не надо. Это и током можно запускать. А толку-то от этого? Ау. Хм. Ну, здесь что-то очень странное. Здесь по-любому должны стоять ребята вот как-то так. Куда это должна отражать? Хер его. Ну, это реально странно как-то. Надо так или иначе что-то с вейвом делать. Вот что именно? Он, по-моему, как-то странно очень летит, да? Ну-ка еще разок. Да не в ту сторону. Вот это осталось развернуть куда-то. Еще разок. Опять не туда. А так.
все? И это вся головоломка, что ли? Я рассчитывал на что-то посерьезнее, если честно. Ну ладно. Это телепортер, вроде. Но я не помню, как ими пользоваться. Нет, вру, помню. А дальше что? Надо только тогда угол найти. Какой-то получше. Через желтые. Через желтые можно простреливать. Тогда, возможно, даже не придется угол искать. Во. Только зачем? Нихера себе! Так, это еще и таймер. А что он включает? Сколько всего на экране? Кошмар! Что этот таймер включает? Что вот этот таймер включает? Только? Ну, отсюда я могу выбраться наружу. Возможно, даже получится пробраться вон туда. Вниз. Дай. Ну, дай. Ну, как там тебя? Я забыл, как ее зовут, прикинь. Как ее звали? Черт. Как там тебя? Записи. Ботаника, энциклопедия. Тут кошмар. Звуки какие-то. О! Лея, ее звали Лея, точно. Порядок, я вспомнил, как ее зовут. Нормально все. Лея, значит. Ладно, вниз, видимо, пробраться не получится. Зато получится пробраться вот туда. А зачем? Мне это особо не помогает. Мне надо вниз как-то попасть. Сто пудов. Вот только как? Я понял, как мне вниз попасть. Вот немножко проблематично делается, конечно, но вполне осуществимо. Во. Так, теперь надо долбануть вон туда. Только не этим, чем-нибудь другим. Во. Еще разок. Отлично. Ну и мелочи. Можно мне вот туда вот? Да, отлично. Так. Ну давай, давай, чё ты? Сюда. Ну! Скотина, он не притягивает. Иди сюда. Вот, наконец. Так, у нас тут взрывоопасные камни, я смотрю. Ой, как я ненавижу эти головоломки. Вот конкретно эти с огоньком. Еще с телепортами, еще на время. Жесть. Жесткотня. Эту штуку понятно, заряжать можно. Куда-то отправлять, что делать с ней. Зачем только? Я могу телепортироваться туда. Сюда вот могу. Сюда. Надо как-то вон тот блок вытащить. Ага. Мне надо сначала попасть наверх. А как? Как это делается? Как мне попасть наверх?
Но этот огоньком не заряжается. Он заряжается либо током, либо... не током. Опа. Телепортировал меня немножко не туда. Ау. Зачем здесь вот эта штука? Я конечно, помню, что она заряжает куда-то огонек наверх, но толку-то от этого. Как же это решить? Вот ты пускаешь, например, наверх что-то. Ну ты же туда не телепортируешься, правда? Это ж невозможно. Как же мне попасть наверх, сломав вот этот... Вернее, не сломав этот камень. Мешает. Его же нельзя сломать вот так вот просто. Нельзя. Надо как-то снять вон ту байду еще. Может быть, как-то отсюда? Да не, вряд ли. Через верх тоже вряд ли. Хотя... Куда ты? А может быть, получится попасть? Надо только угол подобрать. Куда ты полетела, херовина? Не тот угол. Ты посмотри на эту дрянь. Зачем же там тогда еще замедление времени стоит? Ау. Еще телепортов столько. Я пытаюсь вникнуть, серьезно. Как все это здесь работает? Но... Что-то пока не работает. Что-то как-то никак. А-а-а! Все так просто? Тогда ладно. Тогда никаких проблем. Ауч. Не то я имел в виду. А чем ее пинать, чтобы она не взорвалась? Огнем, что ли? Точно. Так. Но это он падает не туда. Куда надо. Еще раз вон туда. Оп. И долетает. Нет, это бесполезно. Эта хрень просто не долетает. Огнем ее запульнуть туда, по-моему, тоже бесполезно. Она падает вниз куда-то. Это можно сломать. Ай. Как же мне тогда сломать эти хреновины? Оставшись, ее же телепортировать нельзя? Нельзя. Тогда остается вопрос, зачем вот эта хреновина здесь существует? Если послать ее... Током как-то или... Ну, в этом нет смысла вообще никакого. Посылай, не посылай, разницы нет. Может быть, вот просто может быть, надо сделать вот так, пока эта хрень летит. Вот успеть попасть, пока эта хрень в воздухе. И забабахать ее прям наверх. Как вам план, не? Не канает. Это просто телепорт. В этом нет смысла. Вот реально не помню. Наверх я попал. Это уже половина успеха. Отсюда можно, кстати, пульнуть еще и вон туда. И получится телепорт, кстати. Но он телепортирует-то только меня. А, кстати, может быть... Не успел. Опа.
Хе-хе-хе-хе. Тащи. Отлично. Так, по-моему, его куда-то сюда надо запихать. Это не то. Во. Телепортироваться теперь может. Здорово. А, кстати, пойдем-ка сломаем тогда эти камни. Вообще, на самом деле, эти головоломки довольно простые. Ну, если не наркоманить, они реально какие-то довольно простые. Я просто не помню, как играть в эту игру, в принципе. Во. Ум, ум. В смысле не дает пройти? Что за шутки? Ну-ка, дай-ка мне еще один залп. В смысле не долетает? Охренел? Летай. Вот падла. И пройти мне не дает. Ну, зашибись теперь, да, охренеть. А если тебя подвинуть чуть-чуть, буквально вперед, он долетит или нет? А он не долетает. А если так? О! Ну толку-то? Взрыв-то не долетает. Слушай, а есть план? Я могу, в принципе, сделать по-другому. Так получится ведь, да? Да, так получится. Так вот, я могу сделать по-другому. Ай, не успел. Ладно, еще разок. Да ж бла-бла. Сволочь. Да твою мать. Давай еще раз. Она слишком быстро взрывается. Во. Вот оно как взрывается тут все. Ну это жесть, конечно. Да. Теперь вопрос на 10 тысяч. Как принести бомбу на этом блоке вот сюда? Я в курсе, что это возможно. Вопрос в том, как это сделать. Скорее всего, надо использовать вот эту байду. А как? А! Фу, ну это интересно, кстати. Это может даже сработать. Да, это работает. Клёво. Ай. Так. Так. Надо только как-то очень быстро это все сделать. А, не успел. Надо сначала зарядить. Она же там держится несколько секунд, где-то примерно 5, вроде бы. А потом уже это, отправлять. Нет, ну, что ты делаешь? Ай, не туда. Да она не успевает. Она просто не успевает. Может, как-то через замедление? Я пытаюсь, но оно не работает. Я могу телепортировать, пытаться его так, не себя, конечно, блок. Через блок пролетает, но он летит слишком долго. Я не успеваю.
А, не, подожди, я кажется, могу успеть. Правда, придется немножко пострадать. Но вроде успеть можно. Так, нам по идеям не надо же ничего больше, да? То есть мы заряжаем. Во, ха-ха, хо-хо. Вот так это решается. Жесть, конечно. Не, ну они, головоломки действительно простые довольно. Они просто проблематичны из-за геймплея вот такого вот странного. Необычно. Мой щит. Отлично. Батл. С турелью. Выверская турель. Нихера себе, у нее атаки. А у нее щит ноль. Надо набивать. Надо ей снимать это говно. Не, не, это не так работает, я вижу. Я вижу, что это не так работает. Надо как-то решать головоломку на ходу. А! Не достаю. Магнитим. В смысле? Не! Сволочи! Ладно. Отстань от меня. Ау. Да-да. Можешь хоть и плеваться. Есть щит. Ноль. Ноль. А что толк у меня от этого щита? Он что, одноразовый был? Охренеть теперь. Что мне с этой турелью делать? Может быть, отправить ей залпы обратно? Ее же вейверски. Нихера себе урончик. У меня скиллы не сбросились, не дают открыть. Не то. Что толку? Может быть, с шоком? Ноль. Ноль. Вообще бесполезно. Турель туда-сюда. Стан. Она словила стан. Она выплевывает эту херню. Что дальше делать мне с ней? Кто-нибудь мне скажет? Ау. Оверлорд. Толку. Ну вот она выплюнула эту хрень. И что? Ау. Давай! Да твою мать! Что с игрой сделали? Конец. Помогите! Спасите! Помогите!
Жесть. Отстань. А! Ладно, я понял. Брейк. Она дропает на этот раз сюда. Ай. Так. Как мне доставать это? Я не могу ее ударить. Она за стеной. Подожди, я полечусь. Надо щит использовать. Хоть иногда. Вот она за стеной. Как мне ее достать? Оттуда. А двух зарядов хватит? По-моему, нет. В ту сторону. Тоже не в ту сторону. Он в эту сторону, ну-ка. Да. Двух зарядов должно хватить. Один промахнулся. Ты тварь. Иди сюда, ты! Я мог ее убить, если бы она не каталась по кругами тут. По кругами. Вернее, кругами. Иди сюда, ты! Да хватит в меня стрелять! Кусок говна! Ну-ну-ну. Против этого я уже нашел решение. Так. Опять. Ну, опять так опять. Ай, не туда запустил. Отстань. Наконец-то. Прерий уменьшил. Фух. Так, дайте я сохранюсь. Продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что на сегодня достаточно. В общем, такие дела.